Привет всем, ребята, на связи Грим Оптимист, и сегодня мы с вами посмотрим на одну, уже довольно, наверное, не новую игру, но я считаю очень классную, я знаю то, что многие ее в свое время пропустили. Называется она Devil May Cry 5, или просто Devil May Cry, и в целом могу сказать то, что это один из лучших слэшеров, которые есть на данный момент вообще. Конечно, есть определенная часть аудитории, которым не нравится новый Devil May Cry, им нравился старый, вот, но... По-моему, так, да. Вот, но я лично отношусь к тем, кто считает, что и старый Devil May Cry был хорош, и новый по-своему тоже неплох. И поэтому тут, ну, я думаю, единого мнения какого-то либо не будет. Следует сказать то, что Devil May Cry это как бы классический слэшер в каком-то плане. Ну, сейчас он уже не совсем классический, но тем не менее, да. И я считаю то, что пятая часть, она вообще получилась очень удачной. Конечно, изначально у всех бомбануло из-за того, что Данте теперь выглядит вот так вот. И первоначально его внешний вид вообще был с длинной челкой такой, знаете, мобой. Но, слава богу, разработчики догадались, то, что это уж перебор, и все-таки не стали делать так, собственно говоря. И сейчас я тут загрузил одну из миссий. Ну, я сейчас его просто сам прохожу. На сложности Нефилим. Это максимально доступная... так, удерживать Y или B при использовании Эрикса для увеличения уровня заряда. Ну да, это в принципе логично. Ну и чё? Блин, а чё, как эту за фигню-то убрать? Блин. Не повисла, надеюсь, она у меня. Нет, она не повисла, но просто почему-то... Ну-ка, стоп, перезапустись с контрольной точки. Сейчас, надеюсь, может быть, не по... Ну, бывает такое, что какая-то странная фигня. Ага, все, сейчас почему-то получилось. Ну, что-то подглючило немного, ничего страшного. Вот, и надо сказать то, что... сильно поменялась, во-первых, боевка в этой игре. Да, то есть она стала проще в целом, да, то есть, но при этом она сохранила определенную глубину, да, то есть нельзя сказать, что... Нельзя сказать то, что... она стала прям, ну, совсем какой-то, знаете, тупой, то есть какой-то спинномозговой, то есть... Нет, по-прежнему, чтобы играть на высоком уровне сложности, я вот играю, еще раз говорю, на Нефилиме, это не самая высокая сложность, но из первоначальных, доступных при первом прохождении, она самая лучшая. И для этого требуются определенные, то есть, усилия, то есть нельзя сказать то, что прям все проходится на изи. И сразу скажу то, что играть в эту игру на среднем уровне сложности или тем более на легком я вам не советую, это совершенно не так интересно и сильно, вы сильно потеряете. Данная игра, во-первых, довольно стильная. То есть, помимо того, то, что изменился главный герой, ну, как изменился он, тот же самый, но его именно вид поменялся, да. Поменялась боевка, еще и поменялась именно антураж. То есть, теперь это не какие-то готические замки больше, а... Это наша современность, при этом, ну, как вы видите, то есть, мы с вами идем с нижней стороны моста. И, как бы, дизайн, он такой, знаете, получился довольно-таки... забавный, то есть, ну, с одной стороны у нас там машины, современный город, с другой стороны мы как бы, действия происходят в параллельной вселенной, ну, как не вселенной, в параллельном мире под названием Лимбо, который, ну, является как бы изнанкой, скажем так, настоящего, да, мира. И тут нам как раз рассказывают историю, как Данте стал, собственно говоря, тем, кого, ну, кого мы знаем, то есть, кого мы могли видеть в ранних частях. И по мне это очень даже неплохо пошло на пользу этой игре и позволило как-то раскрыть этого персонажа поинтереснее, рассказать, почему он стал таким именно. И в целом, как бы, ну, выглядит все это довольно-таки неплохо. Также в игре отличный саундтрек. Я его включил, из-за этого, скорее всего, в этом видео будет недоступна монетизация. Да, я надеюсь, что его не забанят, вообще не заблокируют там в какой-нибудь стране. Такое тоже бывает иногда. То есть, как бы, денег я за этот видос не получу, но уж больно хотелось рассказать. Так, подбрасывать лист... полностью на перекод с помощью Эрикс может прерывать атаку. Ага, но это довольно сложно, это я помню. Давай, беги. Получилось. Надо тут, тут, конечно, тайминги нужны, это почти как в Dark Souls держать. Ух ты, блин, мне нехорошо попало. Блин, что-то я, короче, такими темпами скоро сдохну.
Блин, он меня убил. Ладно, я воспользуюсь золотой сферой, хрен с ним. Хотя, по идее, делать этого не стоит. То есть, в такой ситуации, потому что золотая сфера, она воскрешает героя, ее можно купить за игровую валюту. Ну, в смысле, не за реальные деньги, а за красные сферы. Вот, вообще, конечно, я, ну, если бы я играл не на записи, я бы перепрошел заново. Кроме того, в слэшеры, особенно в такие, как Devil May Cry, очень сложно играть и говорить еще одновременно. Даже в Лимбо есть тюрьма. Вот, у нас, да. Думал, что когда-нибудь полезу в тюрьму. Причем в игре самое интересное то, что реально неплохой сюжет, что крайне не характерно для серии Devil May Cry. То есть, ну, сюжет здесь был, конечно, он забавный был всегда, но такой, как без какой-то особой глубины, да, прям скажем. И здесь он забавен тем, что есть всякие приколы в плане аналогии нас, нашу современность с вами. То есть стебутся там над СМИ, над всякими, там есть целая вот миссия, я ее прошел уже, касательно безалкогольных напитков, ну а-ля там Coca-Cola, да, и ну там Mountain Dew и так далее. И вот эти такие моменты, они, конечно, ну, выглядят довольно-таки забавно. Так, сейчас главное не просрать все. Так, тихо. Блин, Данте улетел. Бывает такое. Да что ты будешь делать? Это уже не смешно. У меня почему-то в этот раз засчитали, как будто я перелетел. Это странно. Сломаем. И в данной миссии мы как раз боремся со средствами массовой информации, с телевидением. Тут мир захватили демоны. А он под контролем демонов, и телевидение тоже. Ага. Видите, все перевернутое. Это довольно прикольно выглядит. Блин, это не просто, однако. Озвучка в этой версии игры, конечно, отвратительная, ребята. Просто жесть, ужасная совершенно. Тут как бы я даже говорить ничего не буду. Мне эта миссия не очень нравится, кстати, именно из-за того, что она... Так, тут, по-моему, где-то есть обходной путь или что-то типа этого. Изливается только из него. Вы здесь, чтобы научиться послушанию. Да, туда как-то можно попасть, но я вот не помню как пока. Просто выполняю работу. Возможно... Возможно... Вот так, ага. Ну-ка. Да, мы можем сюда попасть. Здесь у нас есть дверь, но открыть я ее не смогу. У меня, по-моему, нет ключа этого. За этими дверями находятся... Я, кстати, давно не играл. Я в свое время проходил эту игру. Проходил на сложности с Инспарды. Есть еще одна сложность. Это идет после Нефилима. Она типа ну, с Инспарды вообще ультрасложная. Есть еще сложнее одна. И потом еще две суперсложные, которые практически нереальные. Вот. Ну, то есть для тех, кто любит... Скажем так, пообламывать зубы об игры, для них здесь прям простор. То есть. Вот боевка, кстати, несмотря на то, что ее упростили, она очень даже неплоха по-прежнему, я считаю. Вот большая звезда жизни. Так, и вот тут. Ой, блин, я улетел. Радует только то, что при падении здесь все-таки герой не умирает. Это. Ну, это приятно. Потому что я не люблю слэшеров, в которых герой умирает, то есть после падения сразу же. Потому что, ну, в таких играх падать приходится довольно часто, и... Вот, и башня. Вот я по-любому сейчас напропускаю кучу секретов. Игра вообще довольно сильно заточена под несколько прохождений, то есть... Потому что, допустим, некоторые ништяки, которые есть на уровне, можно найти только уже потом, когда ты перепройдешь. Потому что изначально здесь нету некоторых доступных возможностей у Данте, которые позволят ему пройти. Да, здесь у нас ключ, кстати, как раз таки. Которым потом можно будет открыть какую-нибудь дверь. Зверь, говорю, дверь. Серебряный ключ. Там, по-моему, была не серебряная дверь, но вернуться к ней уже не получится. Надо перепроходить заново, чтобы открыть ее. Так, давайте что-нибудь купим. У меня вроде что-то было. Нет, ничего у меня нет. Ну, можно купить, в принципе... Нет, крест здоровья у меня не хватит. Золотую сферу, но я не буду тратить деньги, короче. Бедняги. Заблудшие души здесь какие-то. Сейчас нам предстоит навалять.
Мне вот эти кулаки надо, как бы, еще забыл по боевке сказать. То есть у главного героя есть пистолеты, есть меч стандартный. Вот помимо этого у него есть еще оружие его родителей. То есть это, ну, по сути, отца, да, который был демоном, и матери, которая была ангелом. То есть есть демоническое оружие, в частности, сейчас у меня кулаки, да. То есть есть еще бердыш такой, большой топор какой-то двуручный. Вот, но мне кулаки больше нравятся, честно скажу. Вот, и есть еще ангельское вооружение, но вот на этого противника оно не действует. На этого только демонически можно убить. Так, ну-ка. На тебе. Выжил, сука. Все, ушел парень. Вообще, как бы, говорю, чтобы получить кайф от этой игры, ну, во-первых, желательно, как бы, немного все-таки вникать в сюжет. Я сейчас, как бы, пропускаю эти сюжетные все, потому что я его уже знаю, да. Но если вы будете играть, то я рекомендую вам все-таки ознакомиться, потому что сюжет здесь довольно-таки неплох, и все довольно стильно сделано, и так будет интереснее. Так, понятно. Что-то я маленько затыкал. Этого товарища можно будет убить только при помощи ангельского уже оружия. Блин, он меня заморозил. Да что ты будешь делать? Очень неудобно, когда противники, они разные. То есть одного нужно бить одним типом оружия, другого другим. Сейчас, надеюсь, не сдохнет. Все, он сдох, но я, правда, почти всю хп на нем слил. Это плохо. О, так, у нас еще один демонический ублюдок. Вот, и сейчас самое печальное, когда у нас одновременно и демонический противник, огненный, и ледяной. То есть, поэтому желательно их по очереди валить. Так гораздо проще. Я, конечно, в эту игру играю уже не очень хорошо, просто потому что, говорю, ну, она требует, скажем так, определенных все-таки ну, концентрации. То есть, еще раз говорю, это слэшер, причем не самый простой. Но просто я знаю, что многие эту игру пропустили в свое время. То есть, просто ну, так получилось. Я хотел бы именно рассказать тем, кто не играл, что вот стоит поиграть, ребята. Потому что, ну, во-первых, она сейчас недорого стоит на скидке, да? Можно купить, хотя сейчас, по-моему, скидки... Ну, можно на Steam Buy тогда купить, там ссылка в описании, там дешевле. Ну, или на крайняк, если жалко денег, можно, конечно, пиратку скачать просто и не париться. Так, что-то я туплю, тут, может быть, можно как-то зайти? Нет, там ничего нет. Ну же, исчезни! Это говно сейчас, по-моему, что-то переродится потом. То есть, по сути, уровни это, конечно, вон обычные, как бы это сказать, ну, арены. То есть, вы играете, вас кидают из одной арены в другую, и гнев. Ну, зашибись. А вот и мамочка. Я вот не помню, можно ли эту херню валить обычным мечом. Да, можно. Это радует меня. Ну-ка. Да, можно и демоническим валить, это радует. Все, одну убили. Да, эти твари довольно опасны. Блин, не ту кнопку нажал. Да уж. Блин, хотел крюком подтянуть ее наверх. На нее почему-то крюк вообще не действует практически. Ну, в смысле, не крюк, а коса. Все, ушла. Но сразу говорю то, что играть на легкой сложности не стоит. Я вот не помню, вот в предыдущей части была такая фигня в настройках, типа автокомбо. Я вот не знаю, есть ли она здесь, но это абсолютный трэш. Ни в коем случае не включайте, это убьет вообще весь интерес к игре. Потому что вся фишка в том, что ты учишься делать комбо.
И если будет игра делать сама за тебя, это, конечно, ужасно. Я, правда, не уверен в том, что в этой игре вообще есть такая возможность. Но вот в четвертой части Devil May Cry была такая херня. Это я хорошо помню. Так, тут что-то где-то есть. Это. Да, вон тут у нас... Тут у нас секретка была. Я пропускаю кучу секретов. И, конечно, тут надо уровни изучать очень тщательно, чтобы их не пропускать. И, кроме того, нужны все способности Данте, которых у меня еще нету всех. Страданию. Суицид невозможен. Попытка суицида лишь увеличивает. Так, это у нас просто паучки, из которых летит, летят красные сферы, которые можно потратить на ништячки. Так, и давайте. Так, тут у нас секретка небольшая. Вот, что еще не знаю про игру сказать. Я считаю, это хороший способ ознакомиться с жанром слэшеров. И на ПК вообще слэшеров очень мало. Забыл сказать, я играю, конечно, с геймпада от Xbox, но в принципе можно играть и с клавы, с мышей нормально. То есть даже на высоких уровнях сложности проблем там не будет. То есть особых. Блин, ну все-таки засранец успел. Ох ты ж, блин, нет, я падать не хочу. Ты выжил, сука. Все, умер. Так, вот эти твари, не люблю их вообще, они неприятные такие. Все, по-моему, загасили. Против повелителей демонов в грехах. Да, тут есть еще секреты, я это хорошо помню, но... Их надо искать. Я сейчас все равно все не найду, то есть это понятно. А, да, то есть я сейчас упал просто. Окей. Так. Докладывайте на всех инакомыслящих. Я вообще с хороших слэшеров на ПК почти нет. Это что, Darksiders первая? Ну, вторая мне не очень понравилась. Хотя кому-то может нравиться. Вот Devil May Cry. Потом что еще... Про Росомаху была неплохая игра. Ну, она так себе, то есть это, ну, не первого эшелона игра. Ой ты, блядь. Сори за мат. Чуть не упал. Вот, ну и я еще пропустил, там была еще парочка нормальных слэшеров, в принципе, да, то есть, ну, их мало, надо понимать, то, что это жанр мало популярный на ПК, потому что для нормальной игры в большинство слэшеров просто жизненно необходимо наличие геймпада, которого у многих игроков, которые играют на ПК, нету. Вот, но в данном случае, говорю, можно играть и без него. Я пропустил, там какой-то секрет, по-моему, есть, что ли, я уж не помню. Ну, давайте хотя, ладно, давайте найдем все-таки. Я помню, что он есть. Мундус позволил вам жить, чтобы вы могли служить ему. Радуйтесь этому. Да что ты будешь жизни делать, а? Там он этот по телеку зачесывает что-то, этот демон. Оп. Туда, по-моему, тоже надо. Оп. Это не то, ради чего мы сюда шли. Вот ради чего мы сюда шли. Ну, фигня, конечно, то есть там не особо выгодно их валить, на самом деле. Поддайтесь спасению. Поддайтесь мне. Так, все, давайте уже заканчивать с этим. Ну что, вниз? Блин, промазал. Могло бы красиво получиться. Охеренно. Так, еще один секретный этот. Ну, он тут не секретный, он тут на виду. Блин. Все, улетели пацанчики. Так, а тут у нас где-то была дверка, да, у нас есть дверка, у нас, возможно, даже... Нет ключей, блин, да что ты будешь делать? Хотел показать вам секретные миссии, они тут делятся на несколько категорий. Есть бронзовые, которые легкие, ну, практически все.
серебряные, они уже посложнее значительно, и уже могут с ними проблемы возникнуть. Ну и есть, соответственно... Так, улучшение. Давайте улучшим-ка наш, наверное, Эрикс, я думаю, что... Угу. Так, топот. Наверное, сделаем его. О, еще один ништячок. Так, что-то я туплю, ребят. Мы пришли от... Так, ага, вон у нас там ключик. И вот как его раздобыть, это большой вопрос. То есть тут... Я вот не уверен, то, что у меня получится сейчас. Нет, получилось. И, кстати, раз уж я получил ключик... Блин, я улетел вниз, сучка. Можно попробовать открыть ту дверь. По-моему, она серебряная, если я не ошибаюсь. Я, конечно, все равно пропустил кучу ништяков. Да, можно открыть. Да, это медная вообще дверь. Блин, медные они не сложные. Так, медь. Война ангелов. Убейте всех врагов в дневное время. Получают урон лишь от ангельского оружия. Ну, давайте начнем. Получают они только от ангельского, то есть бить их обычным мечом и демоническими кулаками смысла нет. Просто урон не будет заходить. Не знаю, получится. Должно получиться, это в принципе не сложно. Урон у ангельского оружия меньше, но он зато бьет быстрее и по площади все атаки. То есть удобно использовать, если вас окружают. Ну, в данном случае у меня выхода нет. То есть, все, я за 20 секунд их всех перебил. Ну, это легкая миссия, то есть, еще раз говорю, бронзовые, они легкие. Все, и я собрал крест здоровья, у меня увеличился максимальный запас хп. Это радует очень сильно. Я вот даже сам залип в эту игру что-то последнее время, и мне нравится, то есть реально прикольная игрушка, конечно. Жалко, новую часть не делают, я бы хотел поиграть, но вот что-то разработчики не спешат как-то. Блять, куда идти-то вообще, хз? Так, ну-ка. Да, тоже соберем. Блин, а что-то я не понимаю, куда идти-то? А, туда вон, все. Просто не видно. Так, и вот сейчас что-то будет. А вот что я не помню. Я иду за тобой, Боб. Там еще и поезд ходит. И одна из фишек вообще Данте в Devil May Cry, что он уворачивается всегда так невзничай от всего, то есть. Что там творится? Что, тут эти гарпии докопались до пацанчика, до какого-то. Опа, блин, улетел. Ну, радует, говорю, то, что падение в этой игре, это, ну, не страшно особо. Вот это персонаж второстепенный. Гарпия, да, правильно я угадал, гарпия. Вот их ни в коем случае, да, их нельзя цеплять. К ним можно подтягиваться, но я не буду этого делать. Блин. Я хочу кулаком их долбануть. Блин, короче, надо уворачиваться от их атак. Неприятные ребята, то есть, видите, они отскакивают и...
Болен, она улетела. Ну их можно на самом деле просто расстрелять. Главное не улететь. Кто здесь? Я знаю, что ты здесь. Я чувствую тебя. Кто ты? Я отрублю тебе башку. Пусти палку. Я не причиню тебе вреда, если ты не дашь мне причин. Ты тоже узник Мундуса? Нет, я пришел сверху. Можешь сказать, как добраться до той башни? Башни? А зачем тебе? Хочу убить демона, который всем здесь заправляет. Короче, он нам поможет, этот братан. Не буду я показывать, чтобы не спойлерить заодно. Мало ли, кто захочет сам поиграть. Ну вот я прошел эту миссию. К сожалению, мне не дали то, что я хотел. Вот, я жду все, когда мне дадут эти обручи ангельские, потому что хочется перепройти начальные миссии некоторые, там я не смог. Кстати, не так уж плохо, смотрите, мы с вами собрали почти 2 из 3 ключей, одну дверь открыли и почти все эти красные сферы. Ну, конечно, это говно, но нормально, то есть, в принципе, для первого раза пойдет. Вот, и сейчас тут... мы можем с вами, то есть, идти дальше по сюжету, либо вернуться в одну из каких-то первых миссий, чтобы ее перепройти. На самом деле, смысла в этом особого нет, потому что нужно, ну, как бы это сказать, нужно полные возможности Данте, чтобы возвращаться и начинать перепроходить заново старые миссии, уже открывая все там, да. Иначе толку нет с этого. В общем, не буду дальше, наверное, спойлерить, сейчас еще давайте что-нибудь улучшим. Вот, мятежник у меня, по-моему, уже тут на максимум почти все вкачано, я... Почти не пользуюсь этим. Этим тоже я не пользуюсь почти. Пистолетики можно что-нибудь приколоться. Так. Я не пользуюсь опять-таки практически пистолетами. Я, наверное, лучше Эриксы прокачаю. Так вот. В общем, рекомендую, ребята, кто не играл, попробовать. Игра реально классная, несмотря на то, что уже не новая. И многие фанаты оригинальных частей Devil May Cry ее не любят. Я считаю, то, что стоит с ней ознакомиться. Вам всем спасибо за внимание. Пишите свои комментарии, ставьте пальцы вверх, если вам понравилось видео. Подписывайтесь на канал. Всем до скорого. Всем пока.